ломаю. Только, блядь, опять мы почему-то не в одном отряде. Как это работает? Я не знаю. Я вот опять за китайцев. Я нападаю. Могу. Я за китайцев тоже. Я тоже за китайцев. Давай, сейчас выбор команды. Сейчас покинуть отряд. Сейчас создам. Создал отряд. Отряд. Кило. Кило, где здесь так покинуть? Почему-то свой был, блин. А вот кило. Купить. Все. Погнали. Что, может, на лодочке поплаваем? Ну тут и квад, это квадроцикл есть. Мы только что потеряли контроль над целью эхо. А, вот ты где, нихера себе. Я причал, убился. Блять. Я слишком сильно разогнался. А вон наши, кстати, Г взяли. А, наш уже даже и. А, и Дельта взяли. На Дельте появляемся, давай, на Дельте. Я тебя вижу, ты сзади меня. Лёха, дверь. Цель эхо захвачена. Шо, куда бежим? Погнали, какой ближайший цель? Давай на Б. Давай. Да, да не вопрос. И сюда можно дойти. Чё тебе здесь база подводных лодок? Мы потеряли контроль над целью боя. Блять, как мне к тебе попасть-то? Только назад придется возвращаться. Они, кстати, Чарли что-то вроде трутся. Держают. Эхо захватывают тоже. А. Эхо бронять надо. Мы только что потеряли. Блин. А, эхо наверху, потому что я понял. Кто тебя убил? На, блять, как же называть-то? На Чарли, да. Лодка или? Не-не-не, там пехотинец был. Есть курить. Помощь в убийстве. Дельта забираем обратно. Давай забирай, я как раз тебя вижу, где ты бегаешь. Вижу, кто со мной бегает здесь рядом. Боец с противотанковым оружием точно к северу от вас. Сцепи тут серы. Трое крендели выбежало. Ну давай тогда сейчас там вылупляемся, попробуем их отсекли. А, ну там уже их отсекли. Да, все равно там они будут бежать еще. Вот двух пометил.
Вот даже гранату не взяла этого кренда, который меня убил. Он просто от нее отпрыгнул. Сука! Я ж его видел, падлу, блин. Тварь. С дробашом, прикинь, меня убил. Прикидываю. Сера тут проходит. Блять, меня зарезали. Ёб твою дивизию, нахуй. Я думал, ты забежал вместе со мной. Думал, ты бежал. Не, я через туман тебя не видел, через дым. Так ты прям попал, я влево. Блять, меня опять зарезали. Серёга, что за хуйня? Блять! За тобой бегаешь, блять. Меня тоже зарезали. Ну так за тобой бегает, выдумаешь. А я не видел его вообще. Пизда, нахуй. Я пока на другого отвлекался, блин. Все, мы проебали эти точки. Ну ладно, что у нас? Дельта есть. Ага, да нахуй ты нас садишь. Ты ж смотри на карту, где мы теряем точки, туда появляется. Там где все спокойно. А мы сейчас еще и дельту потеряем. Уже на ней там кипиш пошел. Где тут? Опять перекинуло? Меня перекинуло, да. Да баланс, наверное, написано. Внимание, цель Фокстрот захвачена! Цель справа, положительная зона. 是的, 我观察到 敌军 船只. Почему меня? Я шо, блядь, киберспортсмен или что? Ой-ой-ой, опять он меня убил, гад. О, сейчас эту катку догоняем. Тем более, что команда в Америке выигрывает, а чё? Перемещать. Тут хрен знает. Эх, долго не продержался я. Ну хоть гренный кого-то ранил. А, все, не, походу дело тут США выиграли. Да выиграли, да. Тут без вариков. Встретились два одиночества, на тебе. Сука, меня еще и зарезали, нахуй. А я как раз это все увидел, потом на видео увидишь. Хотя, это опять этот же дырочек. Я в шоке какой-то.
Походу, вас поменял местами. Мощно, да, походу, делаю. Это как-то бред какой-то. Но все равно меня убили. Я далеко не убежал. ХП ему оставил. Свистят прям над ухом. Я даже по психе выходить. Меня AC-130 убил, блин. Да. Это я тут на нем летаю тоже, кстати. О, блин. Я уж он не знал. Насыпает нормально. Я уж не знал, где это там пятый угол искать. Подбивает уже нормально. Одного из наших парней пометили как важную цель. Цель Альфа захвачена. Недолго музыка играла. Недолго фрай танцевал. Похоже, солдат противника. Запад от вашего местоположения. Сука. Ты, блин, из трубы снаряд выпустил, блин, в итоге промахнулся, меня еще из пистолета убили. О-о-о-о. Помогите, блядь. Ах ты, сука. Это да.
контролем цель Эхо. Матеряться тут, блин, подержали, уже пиздец. Ух ты, блядь, я пятый уровень. Внимание всем! Командир противника отметил важную цель. На тебе посылка от грозы, блин. Ай, блин, а так хорошо шел, блин, троих положил. Почти точку отжал. А я, кажется, на Браво был. Одного из двух положить успел. Блин, какая же динамика. У меня же даже гудок вспотел. Я еще вертолетом удается сбить. Из этого, из минигана. Правда, китайского, но минигана. Вертушки только и спавнят. Блять, я еще сел миниган-то, иди ты, твою мать, блять, такая страна неудобная. Как менять здесь этот? Кого? Ну, позицию на этом, на транспорте. F1, F2. Кому-то накапризничал я там. Что мы тут защищаем, я вообще не понимаю. База подводных лодок, блин. Подводных лодок, там, конечно, замес идет просто не детский. С одной стороны американцы, с другой это китайцы. Меня еще и с РПГ убили, блин. Хотя я сам так же хотел бы сделать, но я не успел.
тут я, конечно, переусердствовал. Открылась гроза. А, так, это что было? А точка или какая? Я вроде помню. Вроде. Это... А, Е, да? Е, Е. У нас все, считай, осталось тут херный. Е, Е, Е. Блядь. Да, сука, опередил меня. А меня другой опередил. Ёпуры с этой. Ну, конечно, хрен кто подымет. Конечно, пацаны, нахер поднимать. Не, меня два раза поднимали. Чутка не успел. Блять! Как хорошо залетело, блядь, их тут не убили. У нас под контролем сайт-фактор. Бля, с такой высоты мне патроном в голову попасть, блядь. Вообще не ждал его. На дальше-то. Сука, не успел чуть-чуть появиться на дальше. Блять, ебаные лодки. Блин, все заебывает нахуй. Отвечаю, никак вообще нельзя прожить нормально, чтобы. Не знаю, какие-то надо, может, ну, сервер выбирать, я хуй знаю. Ну для нас это как-то пока чересчур сложно. Пиздец.
мне в ответку прилетел, блин. Из трубы тоже американской. Красиво. Сейчас доиграю, да, тоже остановлю. Что-то осталось, в принципе. Мясо знатное, постоянное. Сука! Чуть-чуть не добил. Единственное, что с отрядами какая-то беда получается. То, блин, пускает, то не пускает, то что-то еще. Ну, какая-то... либо по-разному кидает. Парадный кидает там, да. Очень странно. Вот мне понравилось, когда мы играли там на островах каких-то, было прикольно. А это, кстати, мы играли в немецкий сервер. Да, я помню. Надо как это, да, поискать будет. Так, ладно, тоже остановлю туда, и так полчаса уже будет нормально. Все красивое мясо вышло. А там уж победили, уже понятно, что американцы победили.